Лев Захарович Мехлис, советский государственный военно-политический деятель, генерал-полковник, родился в 1889 году в еврейской семье. Он закончил шестиклассное Одесское коммерческое училище Николая I. С 904 по 11 год работал конторщиком и домашним учителем. В 907-910 годах он член рабочей сионистской партии Пуалей Цион Одесса. С 911 года он в русской императорской армии. Позже получил звание фейерверкера и до 17 года воевал в артиллерии на Румынском фронте. В феврале 17-го был избран Совет рабочих депутатов, а в январе 18-го в Одессе избран членом Румчеррода, Комитета депутатов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского военного округа. Участвовал в установлении в Одессе советской власти. С 18-го года на фронтах гражданской войны, там же вступил в коммунистическую партию. До 20-го года был на политической работе в Красной армии, комиссар бригады, затем 46-й дивизии, затем группы войск. Продолжение следует.